Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Эти слова каждому из нас знакомы со школы. Но если школа осталась позади, то каждому из нас, взрослому, образованному человеку, для поддержания культурного уровня необходимо заниматься самообразованием. Но я заметил одну вещь. Чем больше учишься, тем больше натыкаешься на таких людей, которые имеют степень, известный человек, ученая степень его, он даже выглядит как профессионал. Но при этом, после обучения на его курсах или просмотра выступления, понимаем, знаниями там и не пахнет. Я всерьез занялся этой проблемой. Пересмотрел кучу экспертов и постепенно выявил основные критерии оценки. Я их назвал признаки лжеэксперта. И о некоторых из них я сегодня расскажу. Сейчас, например, когда у меня нет возможности каким-то образом расслабиться, принять нужную, там, скажем, позицию альфа-мышления, то есть альфа-транса, то есть я нахожусь в состоянии, ну, скажем, действующих людей, вокруг меня находится какая-то реальность, которая требует моего адекватного присутствия в ней, соответственно, мы начинаем с перехода в такое состояние, которое, в принципе, дает выход на вот этот вот очень широкий спектр восприятия. Мы начинаем выключать нашу экспертную позицию. Мы начинаем выключать то, что называется наше вспоминающее «я», совершенно осознанным таким, скажем, подходом. То есть, когда мы начинаем что-то видеть и оценивать, оцениваем мы всегда с экспертной позиции, то есть мы входим в такое состояние, которое называется «я не знаю». Да, вот это вот состояние Сократа, я не знаю, свидетельствует не о том, что вы потеряли идентичность, это не случай из психопатологии, это свидетельствует о том, что все, что происходит, не оценивается. Не оценивается, и я не знаю, я подхожу к этому как к абсолютно чистому такому листу, чистое ясное восприятие, это сознание младенца, если хотите, да, но в его, скажем, таком взрослом состоянии. Один из основных – это ссылка на первый источник. Причем очень важно не просто в своем чек-листе поставить галочку, что эксперт в своем выступлении сослался на какую-то авторитетную, известную личность, а сходить и посмотреть. А это авторитетная личность об этом говорила, о чем сейчас рассказал вам эксперт? Или немножко о другом? Или совсем не об этом? Например, я думаю, каждому из вас известно выражение Сократа «Я знаю, что ничего не знаю». Но кто из вас знает, что эта фраза лишь ему приписывается? И вообще, что стоит за сократовскими словами «Я не знаю»? Вот что об этом писали Джованни Реале и Дарио Антисери в томе первом «Западной философии. От истоков до наших дней». Число особенных характеристик сократовой диалектики принадлежит иронии. Вообще говоря, ирония означает симуляцию. В нашем особом случае это некая игра, или шутка, или военная хитрость, среди множества функций которой было намерение со стороны Сократа вынудить собеседника обнаружить себя. Шутя при помощи слов или фактов, Сократ надевает на себя маску страстно преданного друга своего собеседника, восхищается его способностями и заслугами и спрашивает у него совета или просит обучить чему-нибудь. В то же время, при более глубоком подходе становится прозрачным уловка. Ясно, что за шуткой стоит серьезная и всегда методичная цель. Ясно также, что под разными масками Сократа, за функциональностью иронии, можно разглядеть одну наиболее существенную. Притворство в незнании, в невежестве. Поэтому после просмотра очередного эксперта полезно себе задать небольшой, но очень важный вопрос. А какой алгоритм оценки ситуации, принятия решения той проблемы, с которой вы пришли к эксперту, был им предложен? В этом состоянии я теряю, может быть, немножко понятие экспертности,
Не бойтесь этого, потому что сейчас мы на вебинаре это разберем, что сейчас вся цивилизация вошла в такую фазу, что состояние экспертности, оно вообще токсично. Да, то есть, и поэтому вот эта токсичность, она вызывает очень много ошибок, и потом вот это состояние цуцванга, то есть когда мы начинаем принимать решения, и они с каждым ходом еще становятся более худшими и худшими, ухудшают ситуацию. Поэтому позиция «я не знаю» дает огромную фору, в которой вы можете в встрече с черными лебедями, то есть вместо того, чтобы оценивать и кричать: «О, да это же черные лебеди», то есть почему они черные? Да потому что вы никогда не знали, что есть белые, что, то есть вы всегда думали, что есть только белые, да, то есть вы никогда не знали, что есть черные. Вместо того, чтобы наслаждаться их красотой, вместо того, чтобы вот находиться в состоянии, то есть они же божественно красивые, то есть это как бы очень такие красивые, скажем так, птицы, которые необычны в своем проявлении. Вот вместо того, чтобы наслаждаться в состоянии без оценочного восприятия их красотой и потом посмотреть, как можно вот эту красоту превратить в творческий процесс, вы начинаете паниковать. Почему? Потому что любая оценочная деятельность вызывает в вашем вот этом синергетическом потоке тело-разум, да, какую-то ответную реакцию. Если вы говорите, что все, я не понимаю, что происходит, тело начинает тут же отрабатывать ситуацию и строить внешнюю реальность, которая, скажем, похожа на панику. Еще один хороший признак лжеэксперта – это когда идет мешанина незнакомых терминов, многозначных слов, смысл которых сходу непонятен и очень часто зависит от контекста. Черные лебеди, творчество, синергетика, инсайты. Все это позволяет создать иллюзию экспертности и манипулировать вами. Как очень точно заметил Сергей Георгиевич Карамурза, цитата: «Как только политик или диктор начинает говорить на птичьем языке, вворачивая малопонятные словечки, вроде ваучер или секвестра, значит, идет манипуляция, возможно, вторичная, когда и сам говорящий является марионеткой манипулятора. Если бы говорящий желал, чтобы его сообщение было понято и осмысленно, а не заучено или внушено, то он сделал бы его доходчивым и построил бы в форме диалога. В нашей жизни, за исключением чисто профессиональных сфер, вроде науки и техники, нет проблем, которые нельзя было бы изложить на доступном русском языке. Непонятные слова имеют или целью подавить себя, подавить слушателя фальшивым авторитетом эксперта, либо выполняют роль шаманского заклинания и призваны оказать гипнотизирующий эффект. Бывает также, что они – прикрытие самой наглой лжи. Трудно объяснить сложные явления с помощью простых слов и привести понятные всем примеры. Но когда это делать с помощью мешанины малознакомых терминов, путая контексты и смыслы, надо задать себе вопрос, что полезного сейчас сказал эксперт с практической точки зрения. Если вы помещаете себя в позицию до оценочного знания, да, вы не называете ситуацию, вы просто наслаждаетесь на уровне видения, наслаждаетесь ее проявлением. И в этот момент возникает так называемое окно инсайтов, да, потому что вот как только наслаждение появляется в вашем контуре, как только появляется вот это чувство эстетической наполненности, счастья, радости от того, что есть что-то красивое, вы совершенно по-другому начинаете принимать решения. Вот эта оптимизация базы принятия решений, генерация новых идей начинается с позиции «я не знаю». Вы не называете эту ситуацию тем, чем вы привыкли ее называть. Вы находитесь в состоянии понимания того, что чистая энергия, которая возникает в этом, она намного ценнее, чем любые ваши несовершенные названия, которые вы вытаскиваете из своего предварительного опыта и начинаете присваивать вот эти ярлычки происходящему. То есть, соответственно, цикл, который повторяется все время, как только что-то появляется, вы остаетесь в позиции «я не знаю»,
если вы чувствуете вот этот нарратив или появляются какие-то внутренние разговоры, появляются какие-то контуры, из которых вдруг прорывается вот это вспоминающее «я», оно в нашем мышлении занимает порядка там 95-98%. Оно доминирует. 98 членов парламента нашего мышления занимаются тем, что они голосуют за прошлое. И мы таким образом все время, то есть при встрече с любой неопределенностью, начинаем управлять машиной при помощи зеркал заднего вида. То есть это не всегда удобно, иногда приходится, то есть, прибегать к лобовым столкновениям, потому что вот эти зеркала заднего вида не дают нам объективной реальности и того инструмента, к которому мы стремимся, инструмента принятия мгновенных решений, когда вы смотрите не в зеркала заднего вида, а на дорогу, на которой вся ситуация происходит. Вот отсюда наша первая техника – это все время ловить себя на каких-то оценочных действиях и возвращать себя в позицию, я не знаю, в позицию Сократа, в позицию того мудреца, который остался именно из-за этой техники в памяти всех грядущих поколений. То есть, и мы сейчас эту технику снова воспроизводим. Неизбежно занимаясь самообразованием, вы также неизбежно столкнетесь с лжеэкспертами. Чтобы не терять свои деньги зря и даже время, пользуйтесь моими признаками лжеэксперта. И задавайте себе вопрос, а какой алгоритм после выступления эксперта вы можете составить для оценки ситуации или принятия решения? Если такой алгоритм удалось написать, ответьте, как он вам поможет решить вашу проблему с практической точки зрения. И я думаю, после этого вам станет более понятно, какие параметры вам нужны для оценки ситуации или принятия решения.